Катюш, просыпайся, пора. Я что, все проспала? Нет, мы тебе проспать не дадим. Да ты что, такое мероприятие, да еще и бесплатно. Спорт, это же великое дело. Присядем на дорожку. Давай. Раз, два. Вот так, бутерброды наверху, в чемодане съешь, как только сядешь на поезд. Нет, не угу, а съешь сразу, потому что испортится. Угу. А вот теперь пошли. Ну, Свистов, смотри, не подведи. А что случилось? Ничего, ничего, все нормально. Покажи в куски, ну, мать, а куда Катька едет? Тебя туда не пустят. Иди спать. Все. Куда, Кать? Ты что, дорогу за куда кинешь? Вот объясни мне, каждый раз человек делает одно и то же. Каждый раз. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Кого нет? Семенова? Семенов, где Семенова? Семенова, почему ты опаздываешь? Все встали, построились. Ты где, Лазь? Девочки, внимательно меня слушаем. Я хочу вам представить Петра Петровича. Петр Петрович. Здравствуйте. Петр Петрович будет сопровождать нас во время отдыха в международном спортивном лагере. Здравствуйте. Мы с Петром Петровичем уверены, что каждый из вас оправдает высокое звание советского спортсмена. А теперь занимаем места в вагонах. Товарищ Королева, разрешите? Спасибо большое. Пойдемте. Стой. Зачем нас сопровождать? Ну, мало ли. А вдруг мы что-то сделаем не так или скажем? Здравствуйте. Здесь человек. Ну, что, например? Ну, не знаю, например, соблазнит тебя какой-то шпион, а ты ему в постели все тайны выболтаешь. Ты в своем уме. Орлова, идем! Ну, что это такое? Быстро, быстро. Вот наши пятые. Как мы будем играть? Да. Все устроились, девочки? Да. У вас все хорошо? Все хорошо. Молодцы, да, все нормально? Да. Все. Девочки, все внимание, вагон никто не покидает. Я надеюсь, все все помнят. Да. Все, договорились? Да. Все? Да, конечно. Так, все быстро расстилать постель. Все. Я к вам потом зайду. Петр Петрович. Конечно. Сейчас. Вот, вот во дворец зайдем сейчас. Пойдем, пойдем. Да нет, это не к нам. Нам он там нас ждет. А, вот он. Костян. Натали. Здравствуйте, я Константин. Мой друг, Константин. Костя. Мы Натали. Очень приятно, Натали. Я читала вашу работу. Для студенческого диплома это высший класс. Просто чудо, что она попала к нам. На самом деле чудо. Когда Артур передал рукописи этому немецкому журналисту, я подумал, вряд ли он станет возиться, пересылать ее в Париж. Париж, поняла? Любит Париж. Иногда люди помогают друг другу просто так. Кому? Как вы. Oui. Да. И я делаю это с большим удовольствием. Она в тебя влюбилась сходу. Что он говорит? Он говорит, что нам пора. А, фойе, пойдемте, фойе, да, нас ждут. Пойдемте. Это дворец, понимаешь, дворец. Ну, пойдем. Распишитесь, пожалуйста. Вот здесь. Теперь вот здесь. Поздравляю. Спасибо. А мы его по морде
любили целоваться. Смотри, смотри, свадьба. Опа! Да не тебе! Натали! Благодарю. Зачем тебе этот смурной красавчик? Он всем во Франции испортит настроение. В вашей стране нужны художники, а не философы. А? Я не понимаю, что он говорит, но похоже, он очень веселый человек. Виви, это что, она объясняется мне в любви? Нет, она говорит, что ты клоун. Надеюсь, все пойдет по нашему плану. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы ваши документы оформили побыстрее. Чё-чё? Говорит, что меня не сразу могут выпустить из страны. Ой, да я тебя умоляю, он же не физик-ядерщик, всего лишь философ, они здесь никому не нужны. Ваш приезд будет огромной радостью для нашего университета. Мы очень ждем вас. Спасибо. Спасибо, Артур. До свидания. До свидания. До скорой встречи. Привет. Привет. Складывается такое ощущение, что нужно срочно напиться. Да, это единственный способ пережить брак. Пошли. Надеюсь, пить будем эффективно? Я. Ольга! Девочки, быстро, быстро, быстро все выходят, давайте. Никаких иностранных ухажеров. Что смеешь? Не дай бог увижу, тут же домой. И это, никакого алкоголя. Петр Петрович. Не пьют? Это хорошо, хорошо. Че, Костян? Турыч. А это кто на портрете? Это вообще уникальный случай. Его убили, как собаку. Не-не-не, на черный день. Как это? Он выпрыгнул из окна своей любовницы и побежал по саду. А женщина, вот она, кстати, ворвавшемуся мужу устроила скандал. Что вот, мол, в нашем саду бегают бродячие собаки. Но она же не знала, что муж возьмется за ружье. Анекдот. А ее-то зачем сюда вписал? Так захотела безутешная заказчица. А мне это в любом случае выгодно. И портрет стоит в два раза дороже, и заказчица приходит в два раза чаще. А, понятно. А я ее утешаю. Погоди, она же безутешна. Ну, это в целом. Но есть же частность. Точно. Ну, держи. До частности. Давай. Что офигел? На, закуси. А теперь немного лирики. Буржуазия ничего не может предложить взамен. У нее уже нет тех средств, которые помогали ей, как раньше, держать в цепях народные массы. У нее нет никакой философии, никакой религии, чтобы она могла оправдать свои преступления. Все время спотыкаюсь на этом месте. Что там дальше? Дальше Фрейд. Да, черт побери, конечно, Фрейд. В своей работе «Лекции для домохозяек» этот, с позволения сказать, ученый. А почему с позволения сказать? Что, неправильно?
Подожди. Это с позволения. Все верно, не морочь мне голову. Пап, подожди, дай мне договорить до конца. В конце концов, если ты забудешь что-то, ты можешь всегда подсмотреть. Лектор обязан смотреть в глаза своим слушателям. Я подойду. Это с позволения сказать. Слушаю. 34-45-12. Да. Париж на линии, соединяю. Алло, Костя? Алло, Костя? Бонжур, си, си, здравствуй, это Натали. Бонжур. Здравствуй. Ils t'ont appelé de... Тебе звонили из посольства? Non. Нет. Ah, d'accord. Странно. Parce qu'ils, ils m'ont dit que, que tous les papiers... Мне сказали, что твои документы уже готовы. Так быстро? Ну да. Est-ce que tu serais prêt à partir? Ты можешь выезжать в ближайшее время. Ты готов? Я. Да. Я смогу вылететь послезавтра. Отлично. Тогда я немедленно бронирую тебе билет. Хорошо? Спасибо, Натали. До встречи. Хорошие, красивые девочки. Угу. И этот КГБшник с нас глаз не сводит. Угу. Делает вид, что читает. Чувствую, отдохнем здесь. Получил-таки разрешение на выезд. Уезжаешь, значит? А, черт возьми! Черт возьми этого немецкого журналиста! И зачем я ему давал твои работы? Я-то втайне надеялся, что все как-нибудь образуется, и ты никуда не уедешь. Я напишу твой портрет. Да ладно. Я же вроде пока живой. Не имеет значения. Все мы когда-нибудь умрем. Зато он у меня будет здесь и будет напоминать о тебе. Логично. Ну что, Вероника Сергеевна, сейчас мы вас дурочкой сделаем, а? Посмотрим, вот. Посмотрим, Петр Петрович. А? Боже мой, ты как испугалась. Да. Есть и такая у нас карточка. Ой, боже мой, какой. Вот, красавцы. Hello! Hello! Одну секундочку, я сейчас. Привет, девчонки. Вы говорите по-английски? Yes. Да. Yes. Да. Зайду. Говорят. Where are you from? Откуда вы? And you? А вы? Сараево. Сараево. Югославия. Yes. Да. Понятно. Excuse me. Извините. But now we... Но мы сейчас обсуждаем политическую ситуацию в США. Oh, really? Серьезно? Yeah. Bye. Пока. Bye. Пока. Bye. Bye. Пока. Девочки, я очень надеюсь, что все будет нормально, да? Хорошо. Очень хорошо. Бегу, бегу, бегу. Не подсматривали? Что вы, что вы? Петр Петрович, как можно? Да, шучу, я шучу. Этот парень, дорогие друзья, погиб просто гениально. И как же? Он читал одну книгу австрийского психопата. Психиатра. Какая разница? Большая. Он читал ее и читал день за днем, год за годом.
Но однажды случилась беда. Какая? Книга кончилась. Так, стой нормально. Вот так, вот, да. Подорок да. Выше. Ага, вот, все нормально. Ну что, завтра Натали встретит тебя в аэропорту, покатает по Парижу, зайдет в какое-нибудь бистро. Да. И все, естественно, закончится постелью. С Натали? Ну да. Не думаю. Ну и зря. А я бы не отказался. Люблю страшненьких. Ты не представляешь, какие они старательные. А тебе не пора охладиться, а? Возьмем лодку на прокат. Не, ну если ты угощаешь. А кто последний, тот платит. Чего? Ты куда? Стой! Давай! Ах ты! Стой, говорю! А! Блин, стоп, все, 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 блин! Давай! Сейчас так, так сейчас-то! Тоска, девочки. Здесь, да? Угу. Так. Хорошо. А купаться нам можно? Петр Петрович. А? Да. Можно. На первый! А что это за парни были на байдарках? А, это югославы. Ну, я, конечно, не знаю, но, может, зря вы их шуганули. Все-таки наши социалистические братья. А ну, может, и братья. А вот оформляют, как в капиталистическую страну. Правда? Да. Почему? Видать, такие братья. Двоюродные. Да. Умная вы, Вероника Сергеевна. А это важно. Важно. Эй, куда? А ну назад быстро! Я кому сказала назад? Па-па-па-па-ра-па-па. Касалыч, что ты купил, а? О! Па-па-па-па! Колеса лезут. Кать, а что за шутки, елки-палки? Слушай, а вторая-то где? Какая вторая? Давай, давай. Ты что ж ты в воду лезешь? Плавать не умеешь. Почему? Она мастер спорта по плаванию, между прочим. Мастер спорта, как дела? Слушай, Катя, что случилось, а? Я просто испугалась. Чего ты испугалась? Я не понимаю. Воды? И просто поняла, что буду тонуть. Может, вас подвезти? Нет, нет, мы... Мы сами. Спасибо. Ну да. Спасибо. А у нас сегодня в лагере дискотека. Приходите. Ну ты в Париж, а я на дискотеку. Это уму непостижимо! Ты сумасшедший! Ты готов предать всех ради другого с
сумасшедшего! Для этого ты закончил университет! Для этого страна платила за тебя, чтобы ты стал предателем! Я не предатель! Я не виноват, что в нашей стране Фрейд запрещен! Если он запрещен, значит, что-то в нем не так! Далеко не дураки сидят у нас наверху. И далеко не все они запрещают. Они же не запрещают тебе жить, любить, дышать. Женись по-настоящему. Роди ребенка и ходи на работу. В общество знали? Я, между прочим, проработал там всю свою жизнь. А я не смогу. Если ты уедешь, я тебя прокляну. Если я останусь, я прокляну эту жизнь. Я умру раньше смерти, пап. Ты этого хочешь? Ну что ж. Прощай. Но я уезжаю только завтра. А я сейчас. У меня лекция в районе. Меня люди ждут. Наша утопленница. Жива? Да. Я думаю, что она просто влюбилась в твоего друга. Вот, с первого взгляда. И поэтому чуть не утонула. Ух ты! Артур! Привет! Привет! Арчи, можно я у тебя переночую? Чего? Я говорю, ключи дай. А! О! Кстати, а Катя до сих пор сюда не пришла. А Королева считает, что у нее теперь водобоязнь будет. Сходи, проведай ее. Она в четвертом корпусе от входа. Ладно, пока. Пока. Безнадежно. Почему? Он что, не свободен? Он свободнее, чем все мы, крошка. Он скоро будет гулять по Парижу. Серьезно? Здорово. Что, тоже хочешь Париж? Пара пустяков. Найдем тебе жениха и летите голуби. Понятно. А если он мне не понравится? Что значит не понравится? Тебе поезд нравится? Автобус нравится? Надо ехать, едешь. Привет. А все ушли на дискотеку. Можно войти? Да-да. Ну как ты? Можно? Слушай, я хотел спросить у тебя. Ты сказала, что испугалась там, на воде. А почему? Не знаю. Просто страшно стало. Просто так ничего не бывает. Почему? Бывает. Нет, нет. Случайностей не бывает. Люди так считают из-за своего невежества или от лени. Ну, чтобы не задумываться лишний раз. Может, погуляем? А то Королева придет, а мы здесь. Ну, пойдем. Но только мне одеться нужно. А, ну, одевайся. Выйди, пожалуйста. Так я не буду смотреть на тебя. Одевайся. Вот ты сказала тогда, я поняла, что должна утонуть. Мне так показалось. А что значит «должна»? Ты что, хотела умереть? Нет. Зачем мне умирать? Ну, наверняка у тебя есть неразрешимые проблемы. Или, по крайней мере, тебе кажется, что они неразрешимы. У меня проблем нет. Я готова.
когда это все закончится? Да скоро, Петр Петрович. Я страшно не люблю, когда бросают на молодежь. Да, это ужасно. Другой вопрос, когда симпозиум или этот, да, на худой конец симфонический оркестр, солидные люди сидят, репетируют. Да. Валя! Оп. А я не хочу есть. А ты попробуй. Что это? Медовый карп. Какой? Медовый. Осторожно. Никогда такого не пробовала. Попробуй, это вкусно. А можно мне вот это еще? А, да. Калиновка. А мне это впервые. А что впервые? Все. Калиновка. Уехала из дому. А у тебя кто-нибудь есть? Да. О, нет. Парень, в смысле? Ну, а был? Ну, тебе что, до сих пор никто не нравился? Почему нравились мальчики? Просто мне еще рано замуж выходить. Не обязательно выходить замуж. Можно просто иметь близкого друга. Нет, нельзя. Почему нельзя? Ну, потому. Потому что это неприлично, это. Ну, кто это сказал? Никто не сказал. Я не хочу об этом говорить. Не разговаривают об этом. Да разговаривают о чем угодно. Какая разница? Это грязно и неприлично. Ладно, я пойду. Хорошо. Кто сказал, что это грязно? Никто не сказал. Постой, мы же просто разговариваем. Постой. Катя. Катя, постой. Да пусти меня. Чего ты хочешь? Ничего, пойдем, я провожу тебя. Слышала бы нас сейчас моя мама. Значит, это она сказала, что об этом нельзя говорить. Послушай, тебе когда-нибудь хотелось иметь близкого друга? Да. Ну, а почему же ты одна? Я боюсь. Кого? Маму и папу. Поэтому ты хочешь умереть? Я хочу танцевать. Это удивительно. Никому я не нужна. Вообще я одна. И плевать им на меня. Никто не хочет знать. Почему? Почему мне так плохо? Замечательно. Катя, я так счастлив, что мы с тобой встретились. Именно сегодня. Писать тебе, только ты обязательно отвечай, что это очень важно. Понимаешь? Да. Я понимаю. Ты что, плачешь? Нет. Нет. Ну, вообще так бывает. Люди боятся своих мыслей. А если ты научишься быть откровенной с собой, то преодолеешь любой свой страх. Мы пришли. Да.
Слушай, напиши мне свой адрес. Вот здесь, на обложке. А я в обратном письме свой. Медового карпа я так и не попробовала. Еще попробуешь. Ой, держи. Спасибо. Ну, счастливо. Костя, подожди. Поцелуй меня, пожалуйста. Нет. По-настоящему. Кать. Я буду ждать твоих писем. Я обязательно напишу. Не, я поеду ночным автобусом в аэропорт. Ну как? Ну а чего мне ждать-то? Все равно меня здесь уже нет. Держи. Влад? Давай. До сих пор не могу понять, что творится в твоей голове. Костян, прилетишь, поцелуй от меня Эйфелеву башню. Ладно. Нет, я серьезно. Просто подойди и поцелуй. Куда? В ногу. Договорились. Подожди. Я спросил, в какую? В южную поцелуй. В южную, понял? Ладно. Поклянись.
книга? Ты что, не ехал? Где книга? Какая книга? Где книга? Моя книга. Фрейд. Фрейд? Да, Фрейд. Где моя книга? Вот Костя забыл своего Фрейда. Гениально сидишь. А где он? Костя уехал. Слушай, сиди так. Не двигайся, а? Вот так. Черт. А ты красивая, между прочим. Знаешь, да? А когда он вернется? Когда он вернется? Угу. Когда он вернется? Когда он вернется, вернется ли он? Что, он далеко уехал? Он уезжает постепенно. Все дальше, дальше. Слушай, ты можешь по-человечески сказать, где он? Я и говорю. Его не найти, понимаешь? Почему? Потому что он... Потому что он... Потому что... Короче, у него жена в Париже, и он уехал к ней навсегда. Куда ты? Ну и где ты была? Мы всю ночь бегали, искали тебя. Ты соображаешь? Кругом иностранцы. Извините, Вероника Сергеевна, этого больше не повторится. Что извините? Петр Петрович уже хотел звонить куда надо, потом передумал, тебя пожалел. Что ты молчишь? Кать. Катюш, то, что видела, это не то, что ты думаешь, но ты просто неправильно поняла. Знаешь, я просто стараюсь как-то его нейтрализовать, что ли, чтобы вы могли дышать спокойно. Ты хоть понимаешь, как мне трудно? Какие-то нервы. И ведь каждый раз... Новый. Каждый раз новый сопровождающий. Кать. Катюш, ты же мне как дочь. А что это у тебя такое? Это... Что это? Его книга. Чья это его? Кости. Он забыл ее. Это с ним ты провела всю ночь? И что вы там делали? Я спросила, что вы там делали? Шлюха. А ты откуда знаешь? Я не знаю. Это он так сказал. Это у них, наверное, организация такая. Ну, если кто-то хочет уехать в капстрану, того выдают замуж за иностранца. Здравствуйте, Вероника Сергеевна. Здравствуй, Вика. Продолжай, продолжай. Мне тоже предлагали. Но я отказалась. И не потому, что денег нет, а потому, что я свою родину люблю. Ну, это хорошо, хорошо. А ухажер, этот, которого Катька втюрилась, он на француженке женился, чтобы в Париж уехать. Только перед этим он с Катенькой переспал, а, возможно, и завербовал. Слыхала?
Привет, девчонки. Девочки. Гражданин Молчанов? Да. Пройдемте, пожалуйста, в машину. Секундочку. Гражданин Молчанов, у нас мало времени. В машину. Кубинская. Удалось поговорить? Да, все в порядке. Может, перейдем на русский? Я не против. Знаешь, очень важно, чтобы тебя понимали. Так же, как ты, я женился фиктивно. Просто одна французская девушка помогла мне вырваться из коммунистической Польши, и тогда я ей был просто благодарен, и все. Я тоже благодарен, Наталья. Не спеши. Мы, когда первый раз посмотрели друг на друга, сразу все поняли. Но я не думал, что проживу с ней 30 лет, и что она подарит мне Натали. Я об этом ничего тогда не знал. Но ведь этого никто не знает. Знает Бог. Именно поэтому счастье возможно, если ты этого хочешь. Это тост? Кесесуан тост? Пусть будет тост. А кого бивет, папа? За что пьете, папа? А? La danse de Jean-Marie. Танец молодоженов. Не буду мешать. Je ne sais pas danser. Но я не умею танцевать. Fais-moi confiance. Положись на меня. Alors, là. Ты что, никогда не танцевал? Но. Нет. Фу. Однажды. Бульвар Сен-Жермен, с вами. Где здесь южная нога?
фатиги? Ты устал? Анка? Немного. Est-ce que je peux t'emprunter ton peignoir? Можно я возьму твой халат? Pourquoi faire? Зачем? J'aimerais prendre une douche. Я хочу принять душ. Chez moi? У меня. Nous avons de la très bonne relation. У нас прекрасные отношения. Est-ce que c'est la peine de gâcher? Стоит ли их портить? Oui. Стоит. Никогда не пытайся мною управлять. Это бесполезно. Завтра 8:30. Нам нужно быть на факультете. Смотрим. До свидания. Тренировка послезавтра в 9 утра. До свидания. О, идут. Ну. До свидания. Наша, где? Пока. До свидания. Тихо. Спускайся. Красавица. Катюш. Чё? Что такое? Что случилось? Что такое? А что случилось, сейчас расскажу вам я. Пойдёмте. А ты постой здесь. На теплом. Посиди. Ешь. Что это? Рыба это. Карп? Какой карп? Медовый. Это он тебя? Карпом медовым угощал. Я спрашиваю, это мразь? Тебя карпом медовым угощала? Это подонок этот, сядь! Я сама ешь свою рыбу. Люба! Еще ты мне повыступай! Фрейд утверждал, что психосексуальное развитие детей во многом связано с отношением к ним их родителей. Натали? И психологические травмы ребенка, есть следствие. Merci. Спасибо. Есть следствие его конфликта с родителями. Ну ж так поздно, мамаша, а? Задержали, понимаешь? Теперь есть риск осложнений. Ну что же делать, доктор? Кто же знал? Все знают, когда ложатся. Понимаете, у нее это в первый раз. У всех в первый раз. Вы не волнуйтесь, мы вам заплатим. Естественно, нежелательно сразу. Вы понимаете, как я рискую? Я понимаю. Вот. Чего ждем? Садимся. Доченька, давай сумочку. Иди. Иди, доченька. Ну и в чем дело? Ты что, боишься? Я не хочу. Не бойся. Ты что делаешь? Вы ее психиатру сначала покажите! Домой не приходи. Шлюха.
Так какую книгу вы хотели взять у меня, мадмуазель? Книгу? На самом деле, я хочу вас, профессор. Это невозможно. Почему? Хотя бы потому, что вы называете меня профессором. Я больше не появлюсь на вашем семинаре. Приходите еще. Она на тебя похожа. Она похожа на своего отца. Так, домой пойдем? У нас теперь свой дом. Так, а... Чего ты стоишь? Иди, скажи, что... Что я скажу? Катя! Катя! Теперь отец. Имя? Зигмунд. В конце Дели ты? Дмитрий Д. Отчество? Он не русский, нет отчества. Фамилия? Фрейд. Записала. Значит, Зигмунд... Фрейд. Правильно? Угу. Господи. Где вы такого откопали? Друзья мои, это наша последняя встреча перед каникулами. Спасибо. Впервые за 10 лет я отправляюсь в дом моего отца, в маленький городок Советской империи. Но это опасно, профессор. Вот и Натали считает так же. Между тем, опасность миновала. Железный занавес рухнул. И я далек от мысли, что это коварный план КГБ, разработанный лишь для того, чтобы поймать меня на крючок. К заключительному занятию я выбрал для обсуждения вот какой пример. Юная спортсменка. Плавчиха заплывает за линию буйков. И вдруг она осознает, что под нею большая глубина. Это так пугает ее, что она начинает тонуть. Ее спасли? Да. Рядом случайно оказалась лодка с двумя молодыми людьми. Можно узнать, что она потом сказала? Сказала, что почувствовала необходимость умереть и не стала сопротивляться этому. Где это происходило? В Советском Союзе. Возможно, она стремилась к свободе, заложенной, по ее мнению, в смерти. Но я ведь сказал, что она была юной. Слишком юной для того, чтобы войти в серьезные противоречия с режимом. Она была девственница? Да. Следовательно, спорт, влияние родителей и полное отсутствие сексуальной жизни. Вы на верном пути. Даже сама мысль о сексе казалась этой девочке грехом. Подсознательно она считала, что у нее нет выхода. Она оказалась в тупике. И потому мечта о смерти реализовывалась в самых неожиданных ситуациях. А парни в лодке, кто они?
Это не имеет значения. Почему? Если одним из них были вы, профессор, то она просто влюбилась. А влюбиться на большой глубине всегда опасно. Виктор Петрович, очевидно, что в ближайшее время поток иностранцев в нашу страну возрастет. Ну и что из этого следует? Сергей Николаевич, через часик ко мне зайдите. Вы когда-нибудь видели, как весной народ толпами валит в зоопарк? Ну да, в зоопарке в Москве. Так для Запада мы — это зоопарк, в котором наступила весна. Здравствуйте. Добрый день. Хотите, я угощу вас кофе? А, нет, спасибо. Ну, может быть, чай? Я не хочу. Ну, чего-то-то вы хотите? Да. Я хочу из общежития вашего комбината сделать отель и перевести его на хозрасчет. Вот смета, посмотрите. Ну, а если в зоопарке наступит зима? Это вряд ли. Ну, допустим, я сошел с ума и согласился. Какова ваша роль в этом случае? Я буду директором, это во-первых. И у меня будет право распоряжаться всеми доходами, это во-вторых. Однако, а не слишком ли тяжелая ноша для такой хрупкой женщины, как вы? Достаточно. Идея моя, проект разработан мною. Хороших подрядчиков я привела. От вас требуются только деньги. Ну да, всего ничего. А на что буду иметь право я? Вы или ваш комбинат, если вы захотите, будете получать стабильное отчисление от доходов. Скажите, а вы когда-нибудь улыбаетесь? Мне просто интересно. В случаях крайней необходимости. Я посмотрю. Очаровательно. Это... Рыжая. Рукина? Рыжая? Какая рыжая? Это студентка. Ты с нею спишь? Неожиданный вопрос от ассистентки. Я твоя жена. Пусть формально, но все-таки я имею право спросить. Спросить, да. Когда мы приедем в твой город, куда мы пойдем? Не мы, а я. Я прежде всего должен встретиться с отцом. Знаешь, иногда мне хочется убить тебя. Подожди, разве не ты сама выбрала такую жизнь? Ты всегда была свободна, не так ли? Нет. Нет, потому что я люблю тебя. Ты слишком умна, Натали, чтобы поддаваться самообману. Причем тут самообман? Вопрос в том, что я чувствую. У тебя кто-нибудь есть? Нет. Но ведь был когда-нибудь? Ты спал с этой рыжей? Ты спал с ней? Ответь мне, ты спал с ней? С меня хватит. Довольно. У нас самолет через 2 часа. Не могу больше. Я больше не могу. Собирается выбросить деньги на ветер. Так когда? Если можно, через 2 недели.
Честно признаться, вы не перестаете меня удивлять. Я думал, вы скажете завтра. Я бы сказала, но завтра мы уезжаем на 2 недели отдыхать. Ну, 2 недели. Угу. До свидания. Да, до свидания. Дождитесь меня. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы к кому? Я к Виктору Ивановичу. Так его нет давно. А он переехал? Да нет. Вика, 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 остановись. Куда ты? Вика! Максим! Пострел. Соседи говорили, у него сын сбежал за границу. Виктора Ивановича выгнали из партии, как предателя. Ну, а он не выдержал, взял ружье и... Ой, простите меня. Простите меня, пожалуйста. Где его похоронили? Я не знаю. Мы через год после этого переехали. Простите. Знаете что? Подождите. У меня там наверху, на чердаке, остался его портфель. Подождите, я мигом. Я сейчас принесу. Давай. Не скучно. Пойдем гулять. Ты обещала. Да-да, конечно. Собирайся. Ток-так-так, иль пле сверлятер. Ток-так-так, иль фе нуар эклер. Ток-так-так, вуасиле тонер. Ток-так-так. Вуасиле тонер. Сильно тонде. Молодец. Делаешь успехи. Давай, давай. Мама, куда мы идем? Никуда, просто поднимаемся наверх. Там красиво. Значит, ты здесь была раньше? Ничего это не значит. Давай. Просто сверху всегда все красивее. Ух ты! Мам, а это тебя нарисовали? Нет. Нет. Ну, конечно, нет. А это дядя кто? Я не знаю. Не знаю. Что это? Тихо. Пойдем, может, волк. Побежали. Бегом отсюда.
Не поворачивайся, беги. Не чокайся. Пожалуйста, ваш счет. Спасибо. Что-нибудь еще? Нет, нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Пожалуйста, медового карпа и калиновку. Мам, ты видела этого дядю? Собирайся, мы уходим. Давай, давай, нам нужно уезжать. Давай. Идем. Что с тобой? Мне просто показалось. Что? Долго объяснять. Мы не спешим. 10 лет назад, в мой последний день здесь, русская девушка. Ты потерял ее адрес. Я помню эту историю. И чем же все кончилось? Как видишь? Ничем. А чем кончился тот день? Или вечер, или ночь? Мы долго разговаривали. Пили. Калиновку. А потом? Потом она вдруг сказала: «Поцелуй меня». Нет, не так. Она сначала захотела танцевать. Со мной? И мы танцевали. Танцевали. А потом она заплакала. Je comprends pas. Я не понимаю. Si tu savais. Если бы ты знал. Comme ça fait mal de se sentir complètement inutile. Как больно осознавать, что я совершенно никому не нужна. Personne ne veut. Никто не знает, как мне плохо. Même pas toi. Даже ты. Même pas toi. Даже ты. Это невероятно. Невероятно. Костя? Oui. Да. On y va. Уже идем. Attends. Подожди. Embrasse-moi. Поцелуй меня. Ça fait si longtemps que j'attends ça. Я так долго этого ждала. Костя, подожди. Дочь.
Костяныч. Говорят, ты сидел? Глупо пошутил. А у КГБшников чувство юмора не на йоту. Артур! 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 Я так рада тебя видеть. Знаешь, я так благодарна тебе. Ты принес нам с Костей счастье. Правда? Что она говорит? Это тебе. Ничего вразумительного. Здесь так красиво. Потрясающе. Чего стоим? Пойдемте, манифик, пойдем. Пойдем. Костяныч. Ну ты, Маша, поцеловал? Поцеловал. Ну, как она на вкус? Ой, холодная. Пойдем. Нева, Натали. Калина. Так, Калиночка. Себе водка? Калинка. О, вот человеку 38 лет было. Представляешь, стоял у грузовика. Ну, там митинг был. Народу много? Митинг. Митинг, да. С Кузова выступали. Ну, митинг. Митинг. Да. Понимаешь, да? Ну, и бортик опрокинулся. Или томбе? Да, томбе, томбе. И углом ему прям в висок. Представляешь? Костя, Костя, я не понимаю, что он говорит. Переведи, пожалуйста. Это непереводимо. Это русские ругательства? Что он говорит? Ничего, ничего. Ничего. Окей. О, а его убили. Убили. Убили? Богатый человек был. Костя, ты богатый? Нет, нет. Нет? На сегодняшний день мой последний заказ. Очень плохо стали умирать. Все буквально цепляются за жизнь. Цепляются. Ну, давай. Это же Костя. Это Костя, да? Костя, Костя. Когда ты это написал? Тогда. Ну, когда ты уехал? Так мы же были молодые тогда. Ну, когда я вернулся, я добавил возраст и тебе, и ей. Не меняется только мертвецы, старик. О, букет, баночка, баночка. Это ли Костя? Это она. Это она? Костя, я дважды задала тебе один и тот же вопрос. Надеюсь, ты не сделаешь этого в третий раз. Эх. Красота какая, смотри, а? Вот так. Плохо тебе, да? Я знаю, что плохо. Разве может быть хорошо? А ты, если бы тогда ты выбрала меня, я бы тебя жалел. Никогда бы тебя не обижал. Ну и все-таки, почему Фрейд? Ну, при чем здесь Фрейд? Непонятно. А мне понятно. А знаете, у меня есть мечта. Какая? Поужинать с вами. О, это помешает делу. Все-таки один из нас сумасшедший. Ну, хотите, то буду я. Скажите, профессор, можно ли считать вашу книгу итогом многолетней работы во Франции? И да, и нет. Как вам будет угодно. Изменилось ли ваше мировоззрение за эти 10 лет? За это время оно могло измениться даже у носорога. Зачем ты выключил? Я устал. От пустых слов. Ты хорошо отвечал. На презентациях всегда так бывает. Хочешь выпить? Я не хочу пить за эту пресс-конференцию. Но я предлагаю выпить за другое. За что, например? У нас будет ребенок. Ребенок? Да. Ты шутишь? Нет, это правда. Я беременна. На третьем месяце. И что ты собираешься делать? Как что? Рожать.
Pourquoi? Зачем? Но это же наш ребенок. Я не понимаю. Ты хочешь ребенка? Да, хочу. А я нет. Тебе нужно избавиться от него. И забеременеть от кого-то другого. Ты в своем уме? Что ты несешь? Ты чудовище. Я не собираюсь. Я не буду делать аборт. Значит, тебе нужен ребенок именно от меня? Да. Ты полагаешь, он что-то изменит? Ты думаешь, стоит мне взглянуть на него, как я стану преданным мужем? Это нечестно. Никто не вправе распоряжаться чужой жизнью. Натали. Натали. Я сделал ей укол, но ей необходим покой. Вы не волнуйтесь, все будет в порядке. Договорились? Да. Подождите минутку. Я сейчас вас провожу. Помнишь наш разговор 10 лет назад? Не очень. Я сказал, что счастье возможно, если ты его хочешь. Вы его хотите? Я позволю себе не отвечать на этот вопрос. Он его хочет, папа. Но очень боится. И чего же вы боитесь, Константин? Быть обыкновенным, обычным человеком. Для некоторых это тяжелое испытание. Быть как все. Натали, сейчас не самое удачное время демонстрировать свои способности в психоанализе. Почему? Натали, тебе нужно отдыхать. Вспомни, что доктор велел. Я переживаю за нее. Она уже не молода, но очень хочет родить вам ребенка. Я прошу, берегите ее. Она все, что у меня есть в жизни. Она и малыш. Я понимаю. А может быть, нет? До свидания, папа. Не смей анализировать меня. Почему это? Во мне твой ребенок. И я имею полное право говорить о комплексах его отца. Повторяю, мне не нужен этот ребенок. Нужен. Даже больше, чем мне. Но не от тебя. Прости. А от кого? Может, от той русской девушки, которая чуть не утонула в речке? Это от нее ты хочешь ребенка, да? Ответь. Все, мне надоело. Подожди. Костя. Подожди. Натали. 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 Господи, ты слышишь? Ваша жена, а ваша дочь, она будет жить. А вот ребенка спасти не удалось. Мне очень жаль. Можете ее проведать. Вас она хотела видеть первым. Только прошу вас, недолго. Она очень слаба.
Бомдье. Боже мой. Комель Узема. Как же она вас любит. Месье, прошу вас. Месье, вы идете? Да, да. Ты собралась? Да, мам. Я бутерброды положу сверху. Приедешь, сразу съешь, чтобы не испортились. Ну, кто так складывается? Я сама. Мам. Что? Можно я возьму это с собой? Что это? Фрейда. Зачем это тебе? Мне нужно, у нас будет семинар. Не бойся, не потеряй. Я не боюсь. Все? Все. Можно ехать? Можно. Пойдем. Давай присядем на дорожку. Слушай, мы опаздываем. Пойдем, 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 пойдем. Так ты все запомнила? Да, мам. Ой. Разрешите, пожалуйста. Лада, быстрее. Извините. Подожди. Значит, скажешь проводнику, пусть поменяет тебе место. А зачем? Ну, мало ли кто этот парень. Здрасте. Мам, познакомься, это Илья, мой близкий друг. Мы вместе едем на семинар. Что значит близкий друг? Ну, просто близкий друг, мам. Так, провожающие, на выход. Поезд отправляется. Девочка моя, позвонишь, когда приедешь, хорошо? Да, да, позвони. Дамочка. Обязательно позвони. На выход. Не тронете меня, Ладочка, пока. До свидания. Пока. А то увезем вас в Москву. Да хорошо. Все провожающие на выход. Вышли, вышли. Поезд отправляется. Спасибо, друзья мои, спасибо. Если бы во времена моей молодости мне сказали, что провинциальный парень, сбежавший в капиталистическую Францию, будет читать курс лекций по фрейдизму в Московском университете, я бы, конечно, никогда не поверил. Да, вот знакомьтесь, это Натали, мой многолетний ассистент. Bonjour. Ну что ж, для начала я готов ответить на любые ваши вопросы. А почему вы выбрали именно такое необыкновенное место для лекции? Я люблю свободу во всем. А у вас есть семья? В общепринятом смысле нет. А дети у вас есть? Конечно, это вы. Говорят, что все ваши студентки без ума от вас. Я полагаю, что безумные студентки на мои семинары не ходят. А как вы относитесь к любви? Хороший вопрос. Какой? Ну, скажем, к эротической. С сочувствием. А вы сами любили? Это слишком личный вопрос. Но вы же сами разрешили задавать любые вопросы. Я погорячился. Про Фрейда. Про Фрейда спросите. А, профессор, а как вы относитесь к Фрейду? Многие годы он был моим безоговорочным кумиром. А сейчас? А сейчас с оговорками. Мне кажется, он переоценил роль секса. Но раньше вы думали по-другому. А вы полагаете, это связано с моим преклонным возрастом? Тогда сколько вам лет, профессор? Мне кажется, что 45. А как вас зовут? Лада. Лада. Прекрасное имя, Лада. Ну что ж, если вопросы закончились, давайте займемся Фрейдом. Константин Викторович, господин профессор, Натали, мы бы хотели вас сегодня пригласить к нам на студенческий ужин. Это же не будет слишком нагло с нашей стороны? Нет, но правда мы еще не знаем, чем мы просим. Ну вы не отказывайтесь, профессор, потому что Ладка пообещала приготовить медового карпа. Что? Медового карпа? Ну да.
Вы умеете готовить медового карпа? А, да, мы с мамой в детстве отдыхали в маленьком городке. Там было кафе, в общем, они готовили карпа в меду и... И что это был за город? А, не помню. Ну, так что вы приезжаете? Обязательно. Отлично. А? Тогда до встречи. До свидания. Кис-кис-пас? Что она хотела? Нас пригласили на ужин. Наверное, глупо идти на ужин в костюме. Туда вообще глупо идти. Тогда тебе лучше остаться. Нет, я пойду с тобой. Но ты не беспокойся, я не помешаю. Эта девочка получит свое, так же, как и все остальные. Какая девушка? Какая? Та юная красотка, что озабочена твоим возрастом. Как все предыдущие, она получит тебя на одну ночь, после чего больше не появится на твоем семинаре. Замолчи. Зачем тебе нужны все эти девушки? Думаешь, они спасут тебя от самого себя? Замолчи. Нет, они тебе не помогут. Тебе уже ничего не поможет. Ты не умеешь быть счастливым, ты не умеешь любить. Прекрати. Прекрати. Что ты здесь делаешь? Отмечаю. Я знаю, тебя это мало интересует. Но сегодня... Сегодня... Ровно 9 лет с того дня, как наш ребенок... Ради бога, Натали, прекрати. Будешь? Что ты пьешь? Красное вино. Будешь? Это глупо. Что глупо? Мешать красное вино с водкой. Подожди. И совсем это не глупо, а очень даже вкусно. Все, хватит. Хватит. Хватит, Натали, оставь меня. Мне здесь хорошо. Уходи. Ты сходишь с ума. Уходи. Ты сумасшедшая.
друзья, я прежде всего хочу извиниться за то, что не пришел вчера. Возникли неотложные обстоятельства. Ну что, давайте начнем лекцию. Итак, наука о мифах и снах претерпевает еще пору младенчества. Толкование снов считается уделом... Простите, профессор. Вы опоздали на лекцию, я в этом вижу неуважение к предмету. Профессор, мы виноваты. Да, конечно. Лада, почему вы опоздали? Ну, мы проспали. Я не у вас спрашивал. Мы проспали. Ну хорошо, давайте спросим у проспавшей студентки, не видела ли она сегодня сон? Видела, профессор. Расскажите нам его, мы разберем его в качестве примера. Ну, он был беспорядочный, его трудно пересказать. Попытайтесь. Край обрыва, какая-то беседка, и мы, и я... То есть вы были не одна? С мамой. Она просила, чтобы я посмотрела, как там красиво. И что, там было красиво? Да, но я смотрела не на пейзаж, а на картины. Ну, там были картины прямо по деревам. Портреты мужчины и женщины. Довольно большие. А вы когда-нибудь в жизни видели эти портреты в реальности? Да, в детстве. Мы с мамой поднялись по тропинке на гору, и там была маленькая беседка, и дерево, и картина мужчины и женщины. Вы помните их лица? Нет, это было давно. Я помню только, сказала маме, что это она на портрете. Мне так показалось. Сны воспоминания ничего не означают. Поэтому, между прочим, придерживаться другого. Считал, что чем дальше по времени воспоминаний, тем ценнее символ. Поцелуй меня, пожалуйста. Настоящего. А Фрейду все равно. Лада. Простите, можно я задам вам несколько вопросов? Подожди меня, хорошо? Хорошо, я возьму мотоцикл. Слушаю вас, профессор. Кто твои родители? Мама, директор гостиницы. Отец? Обещайте, что не будете смеяться, профессор. Обещаю. Фрейд? Вы обещали, профессор. Я не смеюсь. Ну, так в метрике написано, честное слово. Моя мать и Зигмунд Фрейд. Твоя мама увлекается философией? Нет, но Фрейда, наверное, читала, по крайней мере, у нее есть книга. Какая? Лекция для домохозяек. Она ей очень дорожит, даже адрес написала на обложке, на случай, если потеряется. Что-то не так, профессор? Нет, все так. Мне пора. До свидания. Артур. Артур. Он дирает глушар. Ты похож на бродягу. А где Костя? Костя, он сепаре. Мы расстались. Сепаре? Сепаре. Расстались. Сепаре, ты что, он тебя бросил? Он сепаре. Нет, просто расстались. Сепаре. Ты te souviens? Помнишь? Une fois on était assis là. Когда мы здесь сидели, tu m'avais... ты прикоснулся ко мне. T'avais fait comme ça. Вот так. Tu te souviens? Помнишь?
Сепаре ты моя, сепаре. Опа, вот так. Ах ты. Опа. Артур? Да, туда. Qu'est-ce que tu fais? Что ты делаешь? Праздник. Фейерверк. Célébrer. Салют. О! Mais c'était travaux, ça? C'était работа, та работа? Да надоело. Все это прошлое. Прошлое? Ага. Праздник прошлое? В точку. Праздник прошлого. Опа! Да? Отожди. Подожди. Чиниды. У меня идея. Ты куда? Прощай прошлое. Ну, прощай. Можно я у вас переночу? Любочка, представляешь? Ой, Катенька. Чай будешь? Здравствуйте, профессор. Можно? Лада. Вы заболели, профессор? Нет. Почему? Вы не пришли на пары, ни вы, ни Натали. А который сейчас час? 6. 6 чего? Вечера? Ну да. Меня делегировали узнать, что случилось. Зали уехала, а я просто проспал. И в этом я вижу неуважение к предмету. О, еще какое. Кофе, судя по всему, нет. А я знаю место, где варят приличный кофе. Ну что ж, я быстро. Ваш кофе, профессор. Спасибо. Ты знаешь, я видел твой сон. Он оказался заразительным. Он и она с портретов. Кто они? Понятия не имею. А мне кажется, что он был другом художника. И однажды повстречал девушку прямо посреди реки. И она оказалась русалкой. Ну, почему сразу русалка? Нет, она, например, была на спортсменкой-пловчих. Только умоляю, профессор,
Не говорите, что они полюбили с первого взгляда. Даже если они полюбили, они не могли это вот так быстро осознать. Ведь они провели друг с другом всего лишь один необычный день. Интересно. Они пили калиновую настойку, разговаривали, потом танцевали. А потом? Ну, все остальное. Был? Ну, конечно, был. Для чего необычный день? Ну, видишь ли, это для них был необычный день. Ну, хорошо, а портреты? Откуда взялись портреты? А художник их написал. На память. А потом они разъехались, портреты так и остались стоять под деревьями. Подождите, а почему же они разъехались? Ну, например, он был женат, а у нее закончилась путевка. Но потом они встретились. В том-то и дело, что нет. А что так? Он потерял ее адрес. И все. Он жил, как хотел. Был вполне успешен, но всю свою жизнь он помнил о ней. И она, конечно, тоже. А она родила от него ребенка. Опа. Вы меня, конечно, извините, профессор, но, по-моему, эта история ужасно банальна. Русалка куда интереснее. Все самое лучшее в жизни всегда банально. И это говорите вы, профессор? Здрасте, профессор. Ну что, поехали? Подожди. Вот ты сейчас сядешь и учишься на мотоцикле. Это ужасно банально. Но ты запомнишь это на всю свою жизнь. Нет, профессор. Два влюбленных на мотоцикле – это слишком банально. Рюкзак.